Открытый телеканал представляет. Когда вы чувствуете, что вас ненавидят, какая ваша внутренняя реакция? Спрашивают. Тут уже надо смотреть, почему я вызвал такую реакцию. То есть вы думаете об этом, да? Почему вы вызвали такую реакцию? Да. И, допустим, вы находите это, и что дальше? Вот вы находите. Я должен исправить. Да? Конечно. Что означает исправление? Это означает исправление себя. Себя. Чтобы в следующий раз тебя уже не могли за это ненавидеть. Вообще, ненависть – это реакция эгоизма на самом деле? Да. Или... Да? Да. Полностью, да? Абсолютно. Однозначно. Однозначно. То есть сегодня у вас со своим эгоизмом другой разговор получается. Вы все время говорите, что Творец ревнивый. А вы ревнивый? Что вы чувствуете, когда ваши ученики уходят от вас к другому учителю? Ты это, по-моему, знаешь. Я знаю, но я прошу вас ответить. Абсолютно равнодушен. Это не мои вопросы, это вопросы наших зрителей. Равнодушен? Да. Вот это мне непонятно. Я знаю, но мне это непонятно. Вы вложили в ученика. Он рос на ваших глазах. Я сделал все, что смог, да, чтобы приблизить его к истине. И если в итоге он все-таки считает, что его место не среди моих учеников, это его право. Как я могу сделать из ученика раба? Это во много раз хуже, чем любое злодеяние. Украл свободу воли. Ты понимаешь, то есть... Но это все. Это практически сбросил его с пьедестала человека.